Возле Полтавы активисты поймали на взятке полицейского. Инспектор остановил машину за движение с выключенными фарами. Патрульный предложил водителю пройти в служебный автомобиль. Там он заявил, что за нарушение предусмотрен штраф 425 гривен, а затем предложил два варианта. Составить админпротокол, либо договориться. Вариант договориться он оценил в 200 гривен. Водитель заплатил, а активисты вызвали полицию. Узнав об этом, патрульный вместе с напарником пустился в бегство прямо по полю.